Вы кто такие? Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Все, Карл, все. Модели, школа. Тут лавочки. Оп. Я из станицы. Микрорайон, район больницы. Обутый в сланцы. По выходным хожу на танцы. А, то есть ты снимаешь, да? Тебе флешка не нужна, как я понял. Ска! Не нужна. Ска! Ну, привет. Дурной вообще, что ли? Да. Сколько у тебя времени? Да, блядь, до 10, до 11. Да, до 10, до 11. Ну, заебись. Столько времени прошло, первый раз за мной заехал. Ну, слушай, я теперь тебе не братишка. Да, чё? Да, тебе за 8. Палишь. Он стартанул со мной, видишь? Бля, он сделал. Меня сделали. Как жить? Давай ты рассказывай, что там нового. Курсач, хуяч. Короче, все курсачи не сдают. Нас где-то, знаешь, сколько сдало человек? 5-6 курсачей. Кристинка, ты, Катька, Анька. Люда. О, ну и Люда еще. Что она? И Артур. Отличники, что и Пашка писала? Еще. Людка. Да хрен знает. У меня Влад Беленко на вот этих выходных звал бухать. А, Беленко тоже ждал. Я говорю, а что, угощаешь, что ли, стипендия 30 косарей? Он такой, нет, ты что, я на права. Я такой, а, ну все, ясно с тобой. Тема такая, надо за 15 секунд успеть поздравить разработчиков. Сделать это креативно максимально. Ну, короче, не разработчиков, танки онлайн поздравить. С Новым годом. Ну, я понял. 15 секунд времени. Вот. И надо как-то, блядь, что-то замутить. Короче, несколько идей было вообще. Первая идея, это, короче, типа, я сижу такой, сижу дома, вижу это объявление, то есть, ну, видос идет, я такой, о, удивляюсь, и смотрю по времени, остается там 10 секунд. И вот это, есть же музыка Black Eyed Peas Pump It, ну. Там такая, типа, из такси, тун-тун-тун-тун, хап, ха. И, короче, в это время я резко боком откуда-нибудь вылетаю, ха, и такой еду на елку, и все, уже стою такой перед елкой, с Новым годом, там кисты, пш, все, видео обрывается. Это первый вариант. Второй вариант. Подожди, вот и переделка у тебя не получится. Не-не-не, я понял. Нет, вообще куда-то со двора я типа вылетаю. Главное, чтобы это эффектно вылететь, а там похуй. Ну вот. Хочешь, я тебе покажу, где можно эффектно вылететь? Вот 4-й школы, ты видел, какая елка у нас стоит? Нет, Валек, мне не прям перед елкой надо. То есть мне вообще без этого. Зря. Там знаешь, какая охуенная елка? Ну там, мне кажется, не освещается ничего. Там освещается. Думаешь? Бля, буду. Я там был. Ты охуеешь, когда ты придешь в 4-ю школу. Я тебе базарю. Там так все изменилось. Там Зайцев, он прям деньги не жалел. Я тебе, бля, буду. Вот. Прямо поехали прямо сейчас. Сейчас, Валек, хлопушка еще взял. Попахнем. Не пиратить. Крутишь она вот так? Ну я понял. Блин, ее не видно. Хедшот. Ну как этот, как посвящение студентки были. Студенты точнее. Тоже там в конце так хлопушка. Там еще Таратунина, они что-то проворганили с хлопушкой, они новую купили для дракации. Валек, она 40 рублей стоит. Я знаю, но все равно. Ебать, наверное, ого, обанкротилась, да? Да не, в том смысле, то что минус одна хлопушка, проебались на представлении. Я не был на представлении, я хотя хотел приехать, но потом, ну, не знал. А ты поехал на КВН. А в этот, что ли, день был? Не. Просто я, понимаешь, я КВН знал, когда будет, а посвящение я не знал. Не. Посвящение 18-го было. Ебать, на КВН не отжигали, кстати. И кто выиграл? Наши первое место гран-при взяли. Огурцы гордились бы. А там этот судья из огурцов был. А, ну тогда понятно. И один чувак из огурцов был. Понятно. Не, стоп, Валек, не судья, ведущий, а это. Пропизделся. Блондин такой высокий. А, это этот, как его? Ведь. Едем в 4-ю школу тогда уж. Вальку, короче, подарили Ксен вчера. На днюху? А он отмечал, кстати? Да, он бухал. Я проехал его в полночь поздравлять, я его в полночь ровно поздравил. Хой, бухой, блин, уже. Ну, не бухой, не совсем, он так на веселе был. Бля, вот кто, сука, я ему говорю, типа, го бухать. Мы же, как, год назад бухали с ним? Уходите, без собак приходите. Вы кто такие? Бабки, кто они такие? Не обращайте внимания. Они закупили здесь все. Оккупанты? Да.
Западеновцы, майдановцы. Привет, Бобик. А я собак-то боюсь. В СССР живут. Правый сектор. Слушай, а может в очках? Как это будет выглядеть? Пафосно? Сейчас, давай. Привет, танкисты. Я... Вырубай. Надо речь послушать. Приветствую, танкисты. С вами Саша Джиггернаут, и это уже четвертый по счету Новый год, который отмечаю на проекте. И останавливаться я не собираюсь. Даже... Не, не надо. Окей, приближайся. А, кстати, вот тут же приближать можно, чтобы тебя сильно не зашибить. Вот так вот. Давай. Приветствую, танкисты. И это уже четвертый Новый год, который я отмечаю на проекте. И останавливаться я не собираюсь. Ну давай, с Аллахом. Приветствую, танкисты. С вами Саша. Ну, приятного аппетита. А народ все идет и идет. Мы не отснимем этого, Лёк. Да. Ты, походу, не 10 минут, что-то ты немного это... Переборщил. Да. Преувеличил свои эти... Возможности. Ладно, сейчас все. Собачки? Все. Ну они же там далеко. Ох, охуенно. Тут можно такие музыкальные клипы снимать. Я сейчас вот так вот балахон потяну. Есаул, Есаул, что ж ты бросил коня? Пристрелить не поднялась рука. Есаул, Есаул, ты оставил страну, и твой конь под седлом чужака. Сука, ебать ты безбашенный. Олег Газманов. Она смотрит мне в глаза и спускается вниз. Ее ждет большой сюрприз. Это отборный кумыс. Кумыс. Ты не слышал эту песню? Нет. Валек, полжизни вел, сейчас я тебе ее включу даже. Кумыс отборный. Валек, ты знаешь, это Джарахов, эту песню будет там. А дай меня вот тут около тачки поснимаешь. Пока делать нет. Грязная, сучка. А? Сучка грязная. Грязная. Короче так, здоровенький булы, нас сейчас первый попавшийся пацан отпиздит тут. Ой, похуй, я опасный перец, у меня с собой топор. Я хуярю им туристов, меня хочет Интерпол. Бря! И чё? Сквирт в лицо. Я думаю, что спи. Я просто скриншотов поделаю, как ты там, просто стою около тачки. Скриншотов поделаю пафосных. Брат, не мы такие, жизнь такая. Бей первым, бей сильно. Бей сильно, будешь вазелинно. Все, пошли в тачку. Шикар. О, а тут охрененный скриншот был бы. Как я сел. У меня есть все, что тебе надо. Печка включена, и осыпайся листопадом. Заебал. Не пизди. Все, не пизди. Вот он так еще, смотри, неончик. Пизди. Скэр. О, стой. Во. Норм. Норм. Яна. Скриншот можешь сделать. Хуяна. Что тебе надо? Сделай один вдох и осыпайся листопадом. Что тебе надо? Сделай я тебе вдох.
конце листопада.